Шестиступенчатый автомат BMW X5 в 53-м кузове. Коробка ZF-овская, 6HP26. Приезжают с аварийным режимом в основном. Что еще? Буксует, либо толчки при остановке, добивание происходит. Вот. Ресурс у них составляет в среднем 150 тысяч километров. Ну и в ремонт они приходят на соответствующем пробеге. Вот. И ремонт там всегда в чем заключается? Это в первую очередь полный ремонтный комплект, то есть с прокладками, с фрикционными дисками, резинками, сальниками там. Вот. Восстановлением вот этой вот втулки на статоре насоса обязательно. Вот. Здесь случай такой, что помимо этого еще насос масляный под замену пойдет. Вот. Что делается с мехатроником? С мехатроником, значит, следующая процедура. Замена обязательно соленоидов, вот, на новые комплектом. Они бывают из 6 штук, то есть, точнее, из 7 штук, это на 6HP26. Вот, если 6HP21, то комплект из 9 штук идет. Так. Замена сепараторной пластины обязательно в мехатронике. Вот, поддон фильтр меняется целиком, делается резко гидротрансформатора. Вот, разумеется, все это заливается ZF-овским маслом оригинальным, но в принципе этого хватает. То есть при отдельном ремонте она еще 150 бегает спокойно. Вот. И этой коробкой укомплектовано достаточно много машин. Вот, и они очень часто в ремонтах встречаются. Да, немного поправка. Поддон фильтр может быть целиком идти. А если все-таки это 53-й кузов, вот, либо этот Audi Allroad, еще предыдущий, вот, то поддон может быть отдельно, то есть металлический, обычный, с прокладкой, вот, и фильтр также там отдельно меняется. Если брать эту коробку, лучше ее во всяком случае отремонтировать, потому как если брать бушку, то хватает ее ненадолго. То есть они все равно, все эти бушки с пробегом, с отработанным ресурсом, их достаточно ненадолго хватает. То есть вариант лучше либо отремонтироваться, либо взять восстановленную, ну, с приличной гарантией.